Анонс и точность выхода 38-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». 38-я серия сериала выйдет в эфир 10 ноября. Ранее в сериале мы увидели Фатиха, который нежно возится со своей дочерью. На фоне звучит голос, который говорит о том, что они, конечно, не смогут обойтись без болезней на своем пути, но главное будет исцелиться и продолжить путь. Когда Дага заходит в комнату, она видит спящего мужчину с ребенком на руках. Внутри девушки эта картина вызывает множество нежных чувств. Даге рассказывает, что когда ребенку исполняется 40 дней, его необходимо обязательно отвезти в мечеть. Она отправляется туда вместе с мужем и его матерью. Умута спрашивает, кем сейчас работает Нурсема. Мужчина отвечает, что его жена работает секретарем у агента по недвижимости. После, когда они едут домой, девушка рассказывает, что для ее семьи тот факт, что она работает, это что-то неправильное. Умут сконфужен от этого, так как не знал таких тонкостей взаимоотношений в ее семье. Но не удержавшись, он интересуется, а есть ли хоть что-то правильное для ее семьи. К Алео подходит Нилай. Она говорит, что в курсе того, что та положила глаз на ее отца. Также она говорит Алео, что та может только облизать ладонь. Алео прогоняет ее. Амир узнает о том, что ему осталось совсем недолго. Когда они встречаются с Кивил Джим, он говорит женщине, что хочет расстаться с ней. Фатих говорит, что хочет счастливой жизни с Дагой и их дочерью. Становясь перед девушкой на одно колено, он делает ей предложение. 38-я серия сериала выйдет в эфир 10 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.